Ну, в общем, Weihnachtsmarkt на Theresienwiese, такой небольшой бордольеру с, видимо, очень серьезным влиянием на это место Октоберфеста, ну и со всеми вытекающими. Люди шатаются совершенно раскоординированно, в отличие от вполне себе респектабельных мест в центре города. Вот, тут, в общем, очень много народу на рогах. Ну и вообще, так, рок-н-ролл, тут и концерты тебе, и базары, и все-все-все, и алкоголь в любом его проявлении. Вот. Но, тем не менее, место популярно, народ приезжает на великах, вон целая куча великов оставлены здесь. Мне, слава богу, вот только поле перейти, я уже дома. Поэтому вот с новеньким приобретением, синим сапожочком, ну, посмотрела. Честно говоря, скорее всего, не вернусь сюда. Есть гораздо более интересные места в Мюнхене. Среди рождественских, я имею в виду.